приехала домой, гараж пустой, все вытащил Данилка. Вот видите, и мапы, за ним смотреть надо, что он выкидывает. Ой, все повыкидывал, всякие пластмассы, все. Шкафчики. Тут полное это. Ну ладно, молодец. Ну, что я могу сказать? Я ж его не заставляла. Видимо, хорошо себя чувствует. Решил подшаманить. Шла домой, никто не встречает. Дверь распахнута. Ой! Hello! How are you? I'm fine, how are you? You swimming? No. You feel good? No. Huh? I'm fine, how are you? You done lot of work. Yes, I did. Not for person after the hospital. А ты что тут скачешь? You want to go swim with you? Yeah, huh? А мы-то тут с Данилкой под музычку купаемся, плескаемся. You good? А, Данилка, больной-то мой. А сочуля-то довольна. Ой, лыбится. Смотрите, какая довольная. Мордочку задрала. Look at you, how she happy. Скажи, раньше все время купались. Да. В этом году первый раз после работы. Ой, довольнёхонькая сочуля. Сочуля-то больше нас рада нашему купанию. Да, сочулик? That's why I think your toy, the other toy, the orange one. Ah, she really happy because kill toy? Yeah. Ой, вода теплая-теплая. 31 августа. Действительно, надо еще сентябрь можно покупаться. Ой, я так рада. I happy, Daniel, you swimming today. Clean garage. If I told you I swim much. But evening, first time this summer. I'm very happy, means you get better. Yeah? Okay, getting better. Посмотрите, кто любуется на нас тут. Как мы купаемся. Фрак, лягушечка. Музыку Данилкин слушает. Ой, ну умора. Посмотрите. Блин. Осталась одна плавать, чтоб я еще ночью залезла. Это вам шуточки. What you gonna do with snack? What you gonna do with snack? Yeah. Snack. Snack. Where are you? Jump in. I don't know. You must have been in this trainer box. What you gonna do? Just you gonna help? Yes, gonna bite for you? Закрыли Сочку. Операция у нас. Блин. Змеиная. Данилка неглиже. Посередине теперь плывет змейка. Вот смотрите. А? Вот. Вот вы гонаду. What gonna do?
If you can come out. Oh, golf trainer. Фильтр там небольшой есть, говорит, туда уходит. Ладно, не буду мучить Данюк. Now I'm gonna afraid tomorrow go swim. Well, have to first check in there. Rats need to go off. And then so it is. Still not. The insects and frogs. It's not comfortable. Whatever. Видите, лапки готовили. И все вот в этой печечке, поэтому ничего, никакого жира. Выглядят так аппетитненько они сочули у меня. Перекусили. Вышла с утра проверить наше добро. Стоит, никто не обзарился. Обычно металл собирает. Вот видите, Данилка вчера вычистил сколько. Ромашечки. Видите, Данилка купил. Но что самое интересное, время уже 11 часов. Таблетки еще не стал пить. Напомнила ему, так он такой прямо говорит, я устал вчера. Не командуй мне. Вот такие дела. Не слушается. Так они вчера покушали с Данилкой, что Сочи рвала утром. Бедненько. Видите? До сих пор болеет. Данилка не встает. Одних оставить их нельзя. А я переживаю, как всегда. Сочи болеет, вот на ковре ее вырвало, мается ходит. Попей водички. На улице дождь. Сегодня выходной, думала, буду купаться целый день. Данилка еще не встал. Ну что ты, маленькая? Плохо тебе, да? Плохо. Что наелась вчера? Куриных косточек, а? Чувствую, чуленька. Плохо ей, я знаю, что ей плохо. Воду пьет потихоньку. Мается, ходит. Вот видите, как они. Оставить одних дома нельзя. Время уже 12 часов, больной еще не встал, таблетки не выпил. Я один раз прошла его проверить, так огрызнулся, что больше желания даже нет идти. Сочуль, ну ты хоть не болей, моя девочка. Ну что это такое? Вот возякаю с пиццей, которую он заказал. Выкладываю. Сам не ест, я не горю желанием. Ну, выбрасывать же не будешь. Вот, вот стоять, потихоньку будем щипать. Конечно, тесто тоненькое, да, с сыром. Тут с мясом. Мне вот такой пирог, который с этой же компании нравится. Там мясо, фарш. Вот не знаю, тест вкусный. Сейчас разогрею. Вот это будет мой завтрак. Кто не пробовал, попробуйте. Вкуснее, чем пицца. Наконец-то Дэниел встал, выпил таблетки, пошел опять спать. И сказал, что Сочи болеет из-за того, что он добавил в унитаз какого-то химиката. А она же пьет у него из унитаза. Это вообще ужас какой-то.